Люди подумали, что на пляже лежит мусор, но правда оказалась куда неожиданней. Посетители пляжа в Техасе заметили на берегу странную проволоку, которую сначала посчитали мусором. Однако эксперты объяснили, что перед ними был далеко не мусор. К тому же он был живым. Этот необычный мусор заметили посетители пляжа на острове Падре, у побережья Южного Техаса, США. Однако, как выяснилось позже, мусор оказался живым. Ситуацию прояснили сотрудники местного парка Падре National Seashore. А вы когда-нибудь гуляли по пляжу и натыкались на что-то подобное? Нас часто спрашивают, что это такое. И чаще люди предполагают, что это мусор. Написали сотрудники. Они рассказали, что на самом деле это особая разновидность коралла – альцианеция. Кораллы альцианеции – это колониальные живые организмы. Их можно найти на берегах по всей Америке. И они могут быть самых разных цветов. Эти цветные проволоки – крошечные колонии полипов, которые составляют живую часть коралла к тому времени, когда морской хлыст Sea Web, как его называют в США, оказывается на берегу, он, возможно, уже достиг конца своего жизненного цикла, поэтому специалисты рекомендуют просто оставить его на берегу. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.